И в хадисе, который передает Аиша, ради Аллаху анха, и этот хадис она сказала и передала, когда ее попросил наставление, либо же завещание Муавия, ради Аллаху анха. Когда он был правителем, он сказал: дай мне наставление, но чтобы оно было коротким и легким. То есть для него, не длинным, не большим. И тогда она передала хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, в котором он сказал: тот, кто ищет довольство Аллаха в гневе людей, то им будет доволен Аллах и довольны будут люди. Тот же, кто ищет довольство людей в гневе Аллаха, то им будет разгневан Аллах и будут разгневаны люди. Это говорит о том, что человек, если ищет довольство Аллаха, а именно в соблюдении его предписаний и оставлении его запретов, даже если люди будут недовольны им, даже если людям это будет не нравиться, но он поставит желание Аллаха над желанием людей, то конечный результат этого будет, что им будет доволен Аллах и все остальные люди, даже те, которые были недовольны. Довольны как человек. Если это касается мусульман, то довольным как и действием и убеждением. Если же человек выбирает и ставит волю людей и желание людей выше воли Всевышнего Аллаха и желания и довольства Аллаха, то конечным результатом будет то, что разгневан на нем будет Аллах и разгневаны будут на нем люди.